взаимоотношения России и Украины – это очень сложный вопрос. И там очень много споров. И в Казахстане исходит из того, что все вопросы надо решать в рамках международного права. Учетом интересов обеих стран. И Украина, и Россия – это наши партнеры, наши друзья стратегические. И надо смотреть смысловую нагрузку этой резолюции. Вот. Поэтому еще раз говорю, что мое мнение, что наш МИД уже давно не допускал каких-то там серьезных, наверное, просчетов или ошибок, да? Вот, то есть достаточно уверенно позиционирует Казахстан на международной арене в интересах Казахстана прежде всего. Казахстан узнал позициясын бул жөнінде тек қана қалып отқаны. Ол біздің мемлекетіміздің екі мемлекетпен де қарым-қатынасынан туындап отырған шешім деп есептеймін. Это некорректный вопрос ко мне как депутату. Вы должны с таким вопросом обращаться или к уполномоченным представителям, или к тем органам, которые принимали участие в этом обсуждении.